Здравствуйте. Заболел кролик максиматозом. Вот первые его признаки. Сейчас. Вот, перерыл много информации. Что делать? Многие пишут, что остается только забить. Ну, нашел такую информацию, что за 3 дня можно остановить весь этот процесс. И в течение 2-3 недель кролик выздоровит. Для этого вот я приобрел ампицилин и шприц. И 9% натрий хлорид. Вот, сейчас сделаем ему укол. Потом, надо укол. Да, сделаем ему укол. Вот. По информации, что в течение 2 суток после, значит, укол нужно делать утром и вечером 2 раза на протяжении 3 суток. После 2 суток процесс заболевания должен остановиться, и кролик должен пойти на поправку. Так, здесь все попало. Тихо. Все. Ну, все. Ну все. Потом отчет, как оно прошло, все выложу.